Приветствую всех на канале Автоток. В данном видео речь пойдет про штатную магнитолу на Toyota Corolla для модели 2006 по 2012 года. Девайс выполнен в пластиковом корпусе серого цвета, имеет такие же крепления, как штатное головное устройство, вот, и встает на его место без щелей и зазоров. Подключение пин-ту-пин, специальные фишки я в конце вам покажу, с проводами ничего мудрить не нужно. Дисплей у нас 9-дюймовый, довольно крупный, сенсорный, сенсор емкостный. Как можно видеть, на все прекрасно реагирует, не залипает, не зависает. Слева имеются дополнительные сенсорные кнопочки с подсветкой. Довольно такой яркой, но в принципе в темноте все видно. По характеристикам магнитола обладает 4-ядерным процессором, гигабайт оперативной памяти, и все это на платформе Android 8.1. Ну, довольно современная модель, производительная. По приложениям радио, встроенный радиотюнер, такое меню минималистичное. Просто в освоении. Bluetooth, поддержка hands-free гарнитуры, смартфонов, можно музыку транслировать, звонки и прочие вещи. Вот. Навигация присутствует, уже Google карты установлены, но по желанию можете, в принципе, свою программу поставить, установить GPS-модуль, и все будет работать. Музыка, видео, аудиоплеер, видеоплеер. Все это тоже имеется. Поддержка форматов большинства аудио-видео файлов, внутренней памяти, с внешних носителей. То есть без проблем можно что-то послушать или посмотреть. AUX провода в комплекте идут. Можно подключить различные камеры переднего, бокового обзора. Какие-то статные, универсальные. То есть очень удобная вещь тоже. Вот, что еще у нас есть? Навигация, я сказал. Так, Play Market, установка приложений различных. Chrome браузер, чтобы в интернете сидеть. Можно также настроить эквалайзер, звук, здесь без проблем. Баланс звука в машине тоже есть, ну и куча других настроечек. Настройки кнопок руля, кстати, тоже. Вот они, сейчас покажу. Вот. С обучением, в принципе, разобраться несложно. Вот. Ну, в принципе, и есть интернет. Wi-Fi можно подключиться с помощью меню настроек вот здесь, либо через USB модем настроить свой интернет или Wi-Fi раздавать. Такая вот магнитолка. Гарантия 12 месяцев. Довольно демократичная цена на нее. Вот. Отправка по всей России имеется, транспортными компаниями, Почта России. И также есть оплата наложенным платежом, то есть при получении только. Вот. Качество хорошее магнитолки. Вот. По комплектации идет у нас головное устройство. И, кстати, особенностью данной магнитолы является ее, скажем так, толщина. Она довольно тонкая, как планшет. И если у вас мало места в слотах, то она прекрасно подойдет. Вот, по, получается, фишкам, вот они вот так выглядят, тоже в комплекте идут. AUX провода, под аудио, под видео они подписаны, с подключением проблем не возникнет. GPS модуль, такой вот, и два USB провода. Вот. Ссылка на магнитолу будет в описании под видео. Если какие-то вопросы интересуют, оставляйте их в комментариях. Спасибо за просмотр.